как зарегистрироваться на швейный марафон и принять в нем участие. Досмотрите это видео до конца, я расскажу все очень подробно. Вы на главной странице сайта коломейка.ру. Перейдите по ссылке «Марафон». Это страница с описанием марафона. Подробная инструкция есть внизу странички. Все материалы будут в личном кабинете. Поэтому нужно обязательно зарегистрироваться, нажать на кнопку ⁇ Участвую ⁇ Нажимаем. Страница регистрации. Здесь надо ввести вашу электронную почту и имя. Сделайте это правильно. Проверьте почту, которую вы указали. Именно на нее придет письмо. Нажмите на кнопку ⁇ Зарегистрировать ⁇ Система сообщила. Что данные отправлены. Перейдите в почту, которую указали. Письмо уже Вас ждет. Письмо с сайта Галина Коломейка сообщается, что создана учетная запись на сайте. Открываем письмо. Прочитаем его вместе. Для нас создана учетная запись. Логин это наша почта, которую мы указали, и есть пароль. Скопируйте пароль. Или запишите его. Здесь же есть ссылка для перехода. Нажмите на нее. Такую карточку авторизации вам нужно будет заполнить всего один раз при первом входе. Введите ту почту, на которую вам пришло письмо. Введите тот пароль, который вы скопировали. И нажмите на кнопку ⁇ Войти ⁇ так выглядит страница с марафоном. Здесь есть ссылки на полезные материалы. И здесь же будут размещаться видеоуроки четырех дней марафона. Я рекомендую вам подписаться в группу WhatsApp, потому что все вопросы, которые будут возникать, мы будем решать именно в группе. Как быть, если вы не получили письма или не удается войти? Если не получается войти, проверьте, правильно ли вы указали почту. Если почта указана правильно, нажмите на ссылку ⁇ Восстановить пароль ⁇ Укажите почту, на которую вам нужно прислать пароль. И нажмите на кнопку ⁇ Восстановить ⁇ Возможно, придется подтвердить, что вы не робот. Система отправила письмо с новым паролем. Перейдите в почту, вам прислано письмо с восстановлением пароля. Откроем его. Система создала новый пароль для вас. Копируйте его. Переходите по ссылке. Укажите почту и вставьте новый пароль. Нажмите на кнопку «Войти». Вы на странице марафона. Как выйти на страницу марафона с главной страницы сайта? На марафон вы можете попасть с любой страницы сайта. Для этого нужно нажать на кнопку ⁇ Войти ⁇ Система уже помнит вас и будет открывать страничку с марафоном. Если вы покупали уроки или другие видеокурсы, то Швейный марафон будет в списке. Посмотрите, пожалуйста. Среди списка всех материалов у вас будет ссылка на марафон. Оставайтесь с нами. За 4 дня мы сошьем уютное и красивое домашнее платье и познакомимся с безлекальным методом кроя Галины Коломейко. До встречи на марафоне!